38-летняя Ксения Собчак наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Этот курорт выбрали многие звезды, в том числе и 33-летняя Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза. Ксения устроила себе продолжительный отпуск. Сначала она каталась на лыжах в Куршевеле, а потом отправилась к теплому океану на Мальдивы. Зимние праздники для Глюкозы получились продолжительными, Маврикий и ЮАР она решила сменить на Мальдивские острова. Ксения и Наталья остановили свой выбор на одном отеле. Звездные подружки много времени проводят вместе. Собчак сняла видео, на котором запечатлена ее подруга. Певица демонстрирует стильный синий купальник с сексуальными глубокими вырезами по бокам. «Тебя можно снимать со всех сторон. Ну прямо красота!» — обратилась телеведущая к исполнительнице хита «Танцуй, Россия». Свою фигуру супруга Константина Богомолова показывать не стала. Теледива продемонстрировала свою гибкость. Она отправилась на тренировку по йоге, где сделала эффектную стойку на руках под руководством инструктора. «Ёжимся и зажимся, я в стойке», — написала Ксения в Инстаграм. Собчак отдыхает на роскошной вилле на Мальдивах за 1,5 миллионов в сутки. Звезда сравнила себя с Джиджи Хадид. Ей понравился разбор ее личности по лицу.